Они уже мертвые, кажется, вон валяются за этим, за ящиком. Да. Опа. Один живой. Уа! Блять! Медицина, медицина, чел! Медицина! Что, блядь, ты заклинила? Ёб твою мать! Ну хорош кашлять ты, ёпта, блян. Все, довольны, ребятишки, блядь. До свидания, наберете, если что. Медицину мне давайте, блин. Ой, грязля, хорошо, чел. Бля, не убила бы какая-то крыса меня сейчас, было бы очень хорошо. На 8.56 патронах, ну блин, все равно. ВДВ, кстати. Сезон ВДВ. В голову и в голову. Бабкин пирог. Бот орёт. Убили. Внутри. Убили бота. Три выстрела глушёных было. На М-ку похоже. Трёшки. Какой этаж, интересно. ХЗ просто приглушённо. Третий. Бастион, сука. Очень хорошо ему дал на третьем бастионе. Ты бегаешь у двушки? Нет. Бел. Я внутри на первом пристрою. Классно. И бот ходит спокойно. Валишь? У тебя фулочка? Да. Охереть! Бот убил типа на главном. А бот спустился с второго или третьего этажа по главной лестнице. Напротив него стоит чел, и он не даже видит. Душки убил одно. Боты, я говорю, они очень странно себя ведут в последнее что время. Что это за писец вообще такой? Они просто игнорят некоторых типов. Да, а нет, это не бастион. Это американский каст обычно. Какая? Ну, АССШ, как там она, блин, про темного цвета. Не бастион. И чё, он этой каской танканул у меня опять же столько попаданий, бля. Что-то странное, блин, такое. Ну, может быть, это второй. Я не чекал, я хилюсь до сих пор. А, я думал, ты все прочекал. Взял коридор полностью. А, я убил это. Да, убил. Либо гранаты, либо реально ему в каску дал. А, все-таки каску пробил ему. Но это не бастион, это вот фастемп с набалдашником. Я помню, я понял, что там был какой-то набалдашник. Кто-то бегает сзади нас, или ты? Я убежал на центр. А, все, окей. Я только видел набалдашник на шлеме, что это нестандартный какой-то шлем. Я на центр спустил. Ну вот он дефнул тоже нормально, типа. Получается. Вот так вот. Так вот.
Вот труп, вот здесь убивали. Вот лежит. Так, что, может, на крышу то сидит у нас? Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Я попал. Труп мне капец. У тебя? Угу. Нарезал? Да. Значит, все-таки я был его слышал, да, внутри? Да-да-да, он скидывал оружие, лежал. На паспорт, блядь. Угу. Первый этаж, скорее всего, центр. Что-то глушёное. Или Скар. Убили кого-то? Ёб твою мать. Убил? Нет, в этой комнате сидит, через которую... К Ваниной коморке. Понятно. Убил? Убил? Убил, 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 но мне херово, я красный. Бегает, по-моему, еще там еще. Есть. Я к магазину оттянулся. 14 хп. Зеленку брал? Да, зеленку загустин всосал в себя. Ох, ядрить. У меня вытекло все, я не боевой, короче. Ты учти, что я не боевой, если чё. Тебя выбит чё, грудь? Грудак, да. Мне 4 маленьких кровотечения поставил. Плюс урон с БПшек накидал. Меня убили! Ой, блядь. Ты выжил, не? Да убил я его. Ну, где налетит? Тихо. Они здесь, что ли, сидели все это время? О, еще грена, понял. А, я взорвал там еще кого-то, ёб твою мать. Окей. Блин, кайма, кстати, дорого стоит. Больше, чем вот этот, наверное, шлем. Что у нас по итогу? Опять 5 человек. Прямо стан? Понял. Они прямо на повальном, на тарконе. Угу. На рельсе стоят. Че, сидят, что ли? Да, стоят. Не знаю, а он то ли ждет, что ли, своего. Не вижу их за повалином. Уба, они у меня уже... Ёпта. Да я спустился правее. Там не работает. Я оттягиваюсь в центр. Я там, они, короче, двое уже у меня. Один минус. Ты где, я не понимаю. Вид у танка. А, у нычки ты? У нычки, я его чуть не убил сейчас. Вид, у тебя слева челик, прямо в твоей нычке. Он в упоре. Да, я тебе про это и говорю.
Ты сможешь за камушек? А у тебя в упоре прям. Убил его. Убил, да? Да, 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 да. Растерами убил, что ли? Лежал, снова высматривал их, они там на месте тусовались. Полминуты я отошел правее, все, они уже перебежали. Ты как-то вообще это и пропустил, конечно. Телевизору никого не покажу. Трупы вот лежат. Справа. Даже не увидел его там. Где он был-то? Провод контейнера прям в упоре. В упоре прям был? Да-да-да, прям в упоре. Прям под ноги дал, он живой, слева от заправки. Может быть второй аккуратно. Там гренну слева от заправки. Бил. Решальных приложил. Залутал, походу. Тут по кустам идет, как мы шли. Пиндоска! Анонис, чертов! Будь ты проклят! Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.